Здравствуйте, с вами Майя, и сегодня я хочу продолжить с вами обсуждение такой горячей темы, как парфюмерия от французского нишевого бренда Монталь. Итак, сегодня в гостях у нас долгожданная новиночка от этого бренда, аромат, который был выпущен в 2017 году, это аромат Intense Cherry. Мы получили этот аромат пока что вот в таких пробничках. И спешу поделиться с вами своим впечатлением о этом аромате. Как видите, он уже пустой. Это означает, что мы основательно подошли к тому, чтобы максимально попробовать этот аромат в разных погодных условиях, на разных кожах, и вам донести информацию, что у нас получилось. Итак, в составе этого аромата включены нотки бергамота, вишни, включены также жасмин, белый мускус, амбра. И, конечно же, вишня и цветы вишни. Для всех, кто ждал эту новиночку и ожидает от бренда Монталь свойственный ему почерк, это такую насыщенность, шлейфовость и некоторую терпкость этих ароматов, спешу вас разочаровать. Аромат получился очень нежный, утонченный. Вишни, как таковой, в этом аромате нет. Ну, не слышно эту вишню. Слышно вишня лишь фоном, она идет, и вместе с красивой такой весенней композицией цветов вишни. Вот цвет вишни явно слышен. Аромат получился очень красивый, женственный, нежный, и он по сравнению с другими Монталь, которые более насыщенные, более густые, объемные, он сидит близко к коже. То есть, в принципе, он похож на некоторые ароматы, которые вот встречаются в люксовой парфюмерии. В частности, некая схожесть есть с ароматом от Guerlain, это Le Petit Robe Noir, маленькое черное платье. Но он такой более мягкий идет. Как по мне, свойственного Монталю почерка в этом аромате я не нашла. Поэтому и той же вишни, которая так хотелось, так ожидалось, нет. Но небольшая частичка сочной весны у нас есть. Поэтому, если вы заинтересованы, приходите в арт-бутик нишевой парфюмерии Mon Parfum и попробуйте ароматы, которые подарят вам отличное настроение.